Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный брат, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрит в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье ненарядный на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женой, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Thank you.
была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек был равной страстью, и что родители его любезны, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем не думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романтическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему. Венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников. И, конечно, скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Thank you.
Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад, через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо одной чувственной барышне ее подруге, другое своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимой силой страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту в жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец останавливал ее, с мучительной быстротой утащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье, и она летела стремглав, с неизъяснимым размиранием сердца, то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить обвенчаться с ним. Другие, безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселой, но не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ужинать ей не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через 30 минут Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девичью жизнь. На дворе была метель. Ветер был. Ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад.
метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто селясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложил узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Попечению судьбы и искусству Терешки Кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жабринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Драгин, согласился с охотой. «Это приключение», — уверял он, — напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил, что за другими двумя свидетелями дело не встанет. В самом деле, тот час после обеда заявился землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку Ненарадова со своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жабрино, куда часа через два должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу, небо свелось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала в сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались, Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал до Жабринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом. Несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать. И уверился, что должно было взять ему, надо было вправо. И он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала, уже более часа было в дороге. Жабрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы до овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, он увидел рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь, что час попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тот час за ней. Скоро нашел он дорогу и въехал во враг деревьев, обнаженных зимой. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жабрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью. Но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом. Несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу.
Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули и глаз его. Он поехал на удачу, погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устлая белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли Жадрина?» «Жадрина-то далеко ли?» «Да, да, далеко ли Жадрина?» «А недалече, верст 10 будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколи ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» – отвечал мужик. «Да не могу ли я взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой», – сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю, он тебя проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло и минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Чё тебе надо?» «Что ж твой сын?» «Да сейчас выйдет, обувается. Али ты прозяб, пойди, погрейся». «Благодарю, высылай скорее сына». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил Владимир. «Да уж скоро расцветет», – отвечал молодой мужик. Владимир уже не говорил ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта, Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его уже не было. Какое известие ожидало его? Возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что там у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар. И Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала недурно, что ей сейчас до теперь легче, и что она до сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла поздороваться с папенькой и маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчера угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем, он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева Господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка Кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже в охмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от нее от постели,
могла понять из них только то, что дочь ее была бессмертно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова судьба Марии Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порог, и что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога не будет его никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. Все боялись, что в горячке ее не возвратилась, однако, слава Богу, обморок не имел последствий. Другая печаль посетила ее. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний и поехали жить в поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши, по крайней мере, она берегла все, что могло его напоминать. Книги, им некогда прочтенные. Его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни. Да здравствует Андрей IV, тирольские вальсы и арии из Жаконда. Офицеры, ушедшие в поход, почти отроками возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Ах, время незабвенное, время славы и восторга, как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Какие сладкие были слезы свидания, с какими единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю, а для него какая была минута. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны, обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?
блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но и в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала, но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: если это не любовь, так что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличный и наблюдений. Безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за ней исследовали. Он казался нрава тихого и скромного. Но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесой. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаться в том, что она ему очень нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость ли кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку, самую неожиданную, и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого бы роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу, ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка, — «пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: «Авось, дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минуточки внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. Я вас люблю страстно!
Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке. Привычке видеть и слышать вас ежедневно. Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сен-Пре. Теперь уже поздно противиться моей судьбе. А ныне воспоминания о вас, и ваш нежный образ будет для меня мукой и отрадой для моей души. Но мне еще остается сделать крохотную ответственность перед вами и сказать страшную тайну и расстелить непреодолимую преграду между нами. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю. Знаю, некогда вы любили. Но смерть и 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, прошу вас, не лишайте меня последнего утешения. Мысль о том, что вы бы могли сделать меня счастливым, если бы вы... Прошу, молчите! Молчите, ради Бога! Вы меня терзаете. Я знаю, я чувствую, что вы бы могли бы быть моею, но я несчастнейшее создание. Я женат. Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат уже 4 года. Я не знаю, кто моя жена и где она сейчас. Что вы говорите? Это так странно. Продолжайте. Я расскажу после. Но продолжайте, сделайте милость. В начале 1812 года я направлялся в Вильню. Прибыв однажды на станцию поздно вечером, я уже приказал запрягать лошадей, как вдруг поднялась страшная метель. И смотрители, и ямщики все советовали мне переждать. Я согласился с ними, но непонятное чувство будто овладело мной, как будто бы кто-то меня толкал. Между тем метель все не утихала. Я не выдержал, приказал запрягать снова и отправился прямо в бурю. Ямщику вздумалось ехать через реку. Это должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были заметены, ямщик пропустил то место, где нужно было выезжать на дорогу, и мы оказались в неизвестной стороне. Метель все не утихала. Я увидел свет недалеко и приказал ехать туда. Мы приехали к деревушке. В старой деревянной церкви горел огонь. Церковь была отворена. За решеткой стояло несколько саней. Ходили люди. «Сюда! Сюда! Скорей сюда!» Слышались голоса. Я велел подъехать поближе. «Боже, наконец-то вы приехали! Где же вы пропадали?» Спросил меня кто-то. «Невеста в обмороке! Поп не знает, что делать! Спускайтесь же скорей!» Я спрыгнул с саней, зашел в церковь. Девушка сидела в темном углу. Другая натирала ей виски. «Наконец-то вы здесь!» — сказала эта. «Вы чуть ли барышню не свели с ума!» Старый священник подошел ко мне и спросил: «Прикажете начинать?» «Начинайте, батюшка!» — ответил я. Они подняли девушку. Она показалась мне весьма недурной. 3 мужчин и горничная держали ее, и только ей посвящали все свое внимание. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь!» — сказал кто-то. Моя жена показала мне свое бледное лицо. Я чуть было ее не поцеловал, как вдруг она закричала: «Боже, это не он! Это не он!» И упала без памяти. Свидетели посмотрели на меня с испугом. Я развернулся, вышел из церкви без всяких преград,
запрыгнул в кибитку и крикнул: «Пошел!» Боже мой! Вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой? Не знаю. Не знаю название деревни, где нас обвенчали. Не помню станцию, от которой я ехал. Боже, в тот момент я так мало придавал этому значения, что, отъехав от церкви, тотчас же снова проснулся только на утро следующим днем, уже на третьей станции. Слуга, ездивший в то время со мной, погиб в походе, поэтому я даже не имею надежды повстречать ту, над которой так жестоко пошутил и сейчас, которая так жестоко отомщена. Боже мой! Боже мой! Так это были вы! И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.